В сентябре в России пройдут выборы. 23 мая началось предварительное голосование за кандидатов, которые будут представлять партию «Единая Россия». В Ленинском городском округе осенью состоятся довыборы в Совет депутатов муниципалитета. Три народных избранника 1, 24 и 29 избирательных округов досрочно сложили полномочия. Голосование за кандидатов от партии «Единая Россия» проходит в онлайн-формате. Вся процедура максимально открыта, прозрачна, так как основывается на технологии блокчейн, предусмотрена дополнительная защита аккаунта избирателей, исключено двойное голосование. Вся процедура занимает 5 минут, избирателю необходимо иметь подтвержденную запись на госуслугах, зарегистрироваться, пройти верификацию, получить электронный бюллетень и сделать свой выбор. Сегодня последний день регистрации, а сделать свой выбор можно до 29 мая включительно. Для людей старшего поколения в офисе партии на Школьной 17 предусмотрены компьютеры с выходом в интернет. При необходимости сотрудники отделения помогут и объяснят, как работать с сайтом. Сделал я свой выбор, осознанный выбор. Кстати, наша партия «Единая Россия» единственная, кто проводит перед выбором вот такие вот предварительные голосования. Я считаю, что это все правильно, потому что люди могут познакомиться, узнать, действительно посмотреть и прийти уже осознанно, когда будет голосование. И очень удобно, что вот такая система голосования. Спасибо большое нашим ребятам, которые работают в исполкоме, которые делают все для того, чтобы нам было легко, удобно делать свой выбор. На сегодняшний день участие в голосовании приняло порядка 700 человек. Впереди еще 2 дня для того, чтобы выбрать своего кандидата. Ознакомиться с претендентами на места в Совете депутатов можно на сайте pg.er.ru. Там представлены их биографии и программные намерения.